Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Строительство объекта по сортировке мусора в Слободском районе начнется в мае. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Тимур Абашев. По его словам, проектные решения уже утверждены. Ведется подготовка площадки под застройку. До конца мая планируется начать работы по установке фундамента. В последующем будут смонтированы две сортировочные линии для разделения органических и неорганических отходов. Органические отходы будут отправляться в компост, а неорганические – на переработку. Новый объект, который будет самым крупным в своем роде, назовут «Центральный». Экономика. Победилово может появиться международный терминал. Заявку на это Минтранс Кировской области подал в Министерство транспорта России. Сейчас заявка находится на рассмотрении, сообщает портал «Источник онлайн» со ссылкой на зампреда областного правительства Алексея Жердева. Цитирую. Президент анонсировал программу развития аэропортовой инфраструктуры страны. Работаем над тем, чтобы Кировская область вошла в число регионов, где эта программа будет реализовываться, сказал Жердев. В эфире «Экономика». В Кирове бухгалтер похитила 2 миллиона рублей компании, в которой работала. В течение года, являясь главным бухгалтером коммерческой организации, 38-летняя кировчанка переводила на свою зарплатную карту деньги. С целью замаскировать факт хищения, она оформляла фиктивные документы о якобы проведенных финансовых операциях с контрагентами. Общая сумма похищенного составила 1 миллион 900 тысяч рублей. Вину в содеянном женщина признала. До вынесения приговора частично возместила материальный ущерб, заплатив 500 тысяч рублей. В итоге суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил кировчанку к 2 годам лишения свободы условно. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».